Как настроение, как встретил Новый год? Успешный для тебя был прошлый? Что ждешь от этого? Новый год я провел в Египте со своей девушкой. Нормально, все понравилось. Набрался сил и готов работать, добиваться больших целей с Рубином. Считаешь для себя достижением то, что ты попал на сбор? И как вообще считаешь, себя проявил? Ну, я считаю, что нормально. Чуть-чуть, конечно, мог бы еще лучше себя проявить. Коллектив принял нормально. Себя чувствую тоже хорошо. Позиция для тебя сейчас насколько привычна после нефтехимика? Ну, играла в полузащите вот эти два матча. Конечно, чуть неудобно, чуть не знаю, куда, как открываться. Но это так, это игровые схемы. В принципе, ничего такого. Все нормально. Теперь у тебя какие планы? Ты с молодежкой остаешься или на сбор в Испанию тоже поедешь? Ну, с Основой поеду. Так что вот так вот. Какие-то ожидания вообще, то есть для болельщиков, может, то есть тебя давно не видели, поделись, чего им ждать от твоей игры, может, какие-нибудь обещания? Ну, я думаю, что болельщикам надо приходить на стадион, поддерживать, с ними играть легче. И с ними все получается, они нас гонят вперед. Так что приходите, смотрите.